На улице Северной, расположенной между Суходолом и Сургутом, завершилась реконструкция уличного освещения. Неделю назад, к радости водителей и пешеходов, здесь зажглись современные уличные фонари. Ну, освещение нужно для безопасности. На этом участке дороги очень много велосипедистов, так как она была раньше свободна более-менее, пешеходов гуляющих. Поэтому освещение, без освещения сейчас как бы уже никуда. Данная автотрасса, построенная для того, чтобы снизить интенсивность движения транспорта по ряду дорог района, в полной мере выполняет свою функцию. Правда, передвигаться по ней в темное время суток раньше приходилось с осторожностью. Зато сейчас яркий свет освещает и проезжую часть, и пешеходный тротуар. Ну, сейчас вот и по работе, и по своим делам в основном приходится здесь частенько ездить. Дороги тут вообще так не сильно загружены, но движение уже есть, как не в первые дни было. И в основном с каждым годом все это вот дороги благоустраиваются, и уже ездить поприятнее, как говорится, и побезопасней. Напомним, освещение улиц – один из ряда проблемных вопросов, которые успешно решаются в районе в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Среди них – ремонт и строительство социально значимых объектов, жилья, уличной дорожной сети и многое другое. Юлия Трухтанова, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3».